Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Алена Траценко. Глядіть у гэтым выпуску. Лепшае у сваёй справе. У Гомелі сёння ўшаноўвалі ўладальнікаў звання «Чалавек года». Беларусь пад белым крылом. 400 папяровых буслоў узняліся ў неба над Гомелем. У падарунак моладзі – скейт-парк. Завяршаюцца работы па рэканструкцыі паўночна-ўсходняй часткі набярэжнай ракі Сож. Ну а зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Да святкавання Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь застаюцца лічаныя дні. У Гомелі сёння распачаліся ўрачыстасці, прымеркаваныя да галоўнага свята краіны. Найбольш масавае мерапрыемства разгарнулася на алеі герояў, што з'яўляецца сімвалам вялікага ратнага подзвігу савецкага народа. Гэтае памятнае месца сімвалізуе мужнасць і гераізм нашых землякоў, а таксама беражліва захоўвае велічную памяць аб воінах-вызваліцелях, чый лёс быў звязаны з Гомелем. Дзень незалежнасці аб'ядноўвае прадстаўнікоў усіх пакаленняў. На алеі герояў сотні людзей. Яны прыйшлі сюды, каб аддаць даніну памяці воінам, якія цаной свайго жыцця падарылі нам свабоду і будучыню. На ўрачыстым мітынгу ветэраны, кіраўніцтва вобласці і горада, працоўных калектываў, праваслаўнай царквы, грамадскіх арганізацый і моладзь. Яны ўшанавалі памяць загінуўшых хвілінай маўчання, усклалі вянкі і кветкі да мемарыялу. Трагічныя факты нашай гісторыі не губляюць свайго значэння для кожнага новага пакалення. Мы адзначаем усе даты, звязаныя з Вялікай Айчыннай вайной, а Дзень Незалежнасці шануем асабліва. Людзі, якія ў свой час самааддана пераадольвалі выпрабаванні ваеннага ліхалецця, прадэманстравалі сваім подзвігам, што ў беларускага народа заўсёды быў, ёсць і будзе запас трываласці. Шанаваць і захоўваць адваяваны такой дарагой цаной мір на нашай роднай зямлі наш святы абавязак. От лица молодежи хочу сказать большое спасибо нашим ветеранам за то, что мы обладаем способностью воплощать свои мечты в реальность, жить под мирным небом и достигать вершин. Хочу пожелать нашим ветеранам здоровья, счастья, побольше улыбок и хороших впечатлений. 400 папяровых буслоў узняліся ў неба на паветраных шарыках. Такую акцыю пад сімвалічнай назвай «Беларусь пад белым крылом» напярэдадні Дня Незалежнасці арганізавалі актывісты Беларускага Рэспубліканскага Саюза Моладзі. Сёння яна прайшла ў Гомелі побач з помнікам камсамольцам, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны. Ля помніка сабралося больш як 400 школьнікаў і студэнтаў, каб адправіць у нябесны палёт уласна змайстраваных папяровых буслікаў. Гэта стала знакам падзякі маладога пакалення сваім аднагодкам, якія назаўжды засталіся юнакамі і дзяўчатамі, героямі, чые гады жыцця на помніках не набралі і двух дзесяткаў. Спякотнае надвор'е не стала перашкодай для правядзення акцыі. Галоўнае, што гарачае чэрвеньскае сонца свяціла ўсім прысутным з мірнага неба. Всегда самостоятельно, всегда очень с большим желанием, рвением молодежь присоединяется к таким именно патриотическим акциям. Еще раз доказывает, что именно молодежь Гомеля всегда является одним из самых таких патриотически направленных слоев нашей молодежи. Па традыцыі напярэдадні Дня Незалежнасці на Гомельшчыне вызначаюць уладальнікаў звання «Чалавек года». Гэтая спецыяльная ўзнагарода аблвыканкама з 2009-га штогод уручаецца за заслугі ў прафесійнай і грамадскай дзейнасці. Хто сёлета атрымаў гэтае ганаровае званне, ведаюць нашы корэспандэнты. 3 ліпеня – Дзень Незалежнасці, галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці. У гэты дзень, 73 гады таму, ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў быў вызвалены Мінск. Праз 10-годзе свята стала не толькі сімвалам незалежнасці, але і дасягненняў і росквіту нашай краіны. Тых, хто ўносіць у гэта асаблівы ўклад, напярэдадні свята ўшанавалі ў абласным грамадска-культурным цэнтры. Сюды штогод за званнем «Чалавек года» прыязджаюць з розных куткоў Гомельшчыны. І сёлета асаблівым элементам сцэнічнага афармлення сталі гербы ўсіх раёнаў вобласці. 3 ліпеня яны таксама ўпрыгожаць святочнае шэсце. Увогуле гонарам усёй нашай вобласці ў гэты дзень аб'яўлены 7 чалавек у 7 намінацыях. Першая з іх «Служу айчыне». На сцэну запрасілі Уладзіслава Доронина, главного инспектора отдела кинологичной службы Гомельской мытни. В органах я работаю с 2009 года в отделе кинологической службы. То есть моя работа связана непосредственно с работой служебной собаки и поиск наркотиков на границе. Приходится с этим бороться непосредственно на границе, не допустить распространения этой заразы.
чтобы не попало к нам в республику. Чоловіком года у номінації «Лідер» став директор підприємства «Гандальсервіс» Олег Бойко. Ліпшим керівником признаний генеральний директор відкритого акціонерного товариства «Мазырсоль» Геннадій Богдан. У номінації «Открыццё» високе звання отримала член національної команди Республіки Білорусь по вольной боротьбе Марія Мамашук. Путь, естественно, труден, очень тяжел, но это того стоит. Особенно, когда ты стоишь на пьедестале и добиваешься первого места, когда играет твой гимн. Ты гордишься, что ты это сделал, что ты стал первым, что ты прославляешь свою Беларусь, ты гордишься за свою страну. Эмоции переполняют, что ты хоть как-то какую-то частичку вносишь, чтобы как-то прославить свою республику. Спортсмены тоже прилагают много усилий для того, чтобы прославить свою страну. На сцену так само поднялся директор совхоза комбината «Зара» Олег Слинько. Он отримал звание у номинации «Человек на земле». У номинации «Майстер» человеком года стал тракторист-машинист Рычевского комбината хлебопродуктов Виктор Грысь. И нарешті у номинации «Призвание» человеком года стала старшиня областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» Алла Смоляк. Безусловно, такая высокая награда – это, наверное, все-таки какой-то итог и, может быть, даже старт в будущее, потому что за этой высокой наградой стоит огромный труд сотрудников областной организации, районных организаций. Это огромное количество волонтеров. И, безусловно, это наш президиум областной организации под четким руководством Владимира Александровича Привалова. И очень, конечно, знаменательно, что в такой самый главный праздник Республики Беларусь я удостоена такой высокой награды. Каждый из них унес свой уклад в развитие региона, досягнул наибольш прикметных выников профессийной и громадской деятельности. Увогуле за годы існавання ганарова звання «Чоловік года» його удостоєні більше як 60 жихаров області. Але нема сумнення, у достойних людей на гомельській землі шмат. У будучині яны, напевно, покажуть себе, а некоторые так само будуть стоять на гэтай сцене, отримуючи високе звання «Чоловік года». Ганна Ковальова, Євген Макінка, телерадіокомпанія «Гомель». Падыходзіць да завяршэння работы па рэканструкцыі і навядзенні парадку на паўночна-ўсходняй частцы набярэжнай ракі Сож. Гэты ўчастак пешаходнай зоны быў пабудаваны ў 70-е гады мінулага стагоддзя. Асноўныя рамонтныя работы ўжо закончаны. Апошні штрых – добраўпарадкаванне. Рабочыя прыводзяць у парадак зялёную зону, чысцяць пакрыццё. Тэрыторыю рыхтуюць да цырымоніі ўрачыстага адкрыцця. Апошні месяц рэканструкцыі набярэжнай быў асабліва напружаным. Працэс ішоў бесперапынна. На аб'екце працавала каля 250 чалавек. У выніку выкладзена 13 тысяч квадратных метраў пакрыцця. Адрамантаваны нахільныя пліты ніжняй набярэжнай. На участках, дзе на паверхню выходзілі ключы, выкладзеныя дренажы. Пасля рамонту ўся набярэжная набыла адзіны стыль. Аднак у паўночна-ўсходняй частцы з'явілася і свая асаблівасць. З тратуарнай пліткі выкладзеныя элементы беларускага арнаменту. Акрамя таго, заўтра сюды даставяць абяцаны сюрпрыз. На абноўленай набярэжнай да 3 ліпеня з'явіцца скейт-парк. За этот период, скажем, время мы, скажем, каждый день были набережно, а то и два раза в день были, посещали, включая сегодня и руководство горисполкома регулярно было, и мэр постоянно проводил планерки. Все-таки это знаковое событие 3 июля для всей нашей республики. Но, естественно, хотел преподнести нашим горожанам какой-то сюрприз, подарок. Я думаю, у нас получился. Горожане 3 июля, надеемся, по достоинству его оценят. І можна сказати, що реконструкція набережної буде в цілому завершена. Нагадаємо, урачисте відкриття набережної відбудеться у День Незалежності 3 липня о 12 годині. Після відкриття усіх чекає забавляльна програма з виставами, городом майстров, атракціонами, музичними і інтерактивними пляцовками. Больш за 220 туй упрыгожаць Гомель да Дня Незалежнасці. Каскадная кампазіцыя з'явіцца на плошчы Мяленіна. Як паведамілі на прадпрыемстве «Чырвоны гваздзік», расліны былі закуплены ў беларускіх гадавальніках. Для іх спецыяльна падабралі грунт і ўдабрэнні. Дарэчы, усяго прадпрыемства «Чырвоны гваздзік» у вяснова-летні перыяд у Гомелі высадзіла каля 400 тысяч кветак. Улады Гомеля і в області 1 липня адкажуць на пытанні насельніцтва. У суботу пройдуць чарговыя прамыя лініі. У гомельскім аблвыканкаме звароты грамадзян будзе прымаць кіраўнік справу Алена Владимировна Клішкоўская. Нумар телефона 75 12 37. У гарвыканкаме на сувязь выйдзе кіраўнік справу Алексей Анатолійович Васюченко. Телефон 71 07 62. Час работы прамых ліній з 9 до 12 годин.
На 4-м форуме регионов Беларуси и России подписано погоднение об супрацовництве помеж законодавчим сходом Оренбургской области и Гомельским областным советом депутатов. Усяго ж по выниках форуму российские и белорусские регионы подписали целый пакет погоднения у разного узровню, от районного до республиканского и федерального. Заключены контракты на 450 миллионов долларов. Международный дитячий лагерь миру и дружбы «Крынічка» 2017 урочисто открылся сегодня в Рогачевском районе. Гэты лагерь стал визитной карткой областного отделения Белорусского фонда мира. «Крынічка» штогод збирая подлетков с Беларуси и приграничных держав. У гэтым годе пройдет 25-я юбилейная змена. С места подеи наш наступный сюжет. Международный лагерь сябровства дзяцей і моладзі славянскіх народаў «Крынічка» проводится Беларускім фондом миру вось уже чвэрць стагоддзя. Некалі все починалось с 9 отрядов мясцовых школьников, зараз их уже 25. Проект давно набыл масштабы международного, але розные славянские мовы, что разносятся навокал, не перешкаджают подлеткам разуметь один одного. Приезжаешь первый раз, и ты чувствуешь эти эмоции, что тебя постоянно переполняют, эти люди, которые настолько открыты, так дружелюбно до тебя ставляться. И тебе снова хочется пережить это еще раз, хочется снова подружиться с людьми, хочется найти новых співрозмовників. Каждый год приезжаем, мы находим новых друзей, и вот атмосфера вот эта и торжественная, и теплая, и дружественная, гитара у костра. С ребятами из «Монолита» и команда «Факел» из Курска. Очень дружим с ними. Общаемся в социальных сетях, в ВКонтакте есть группа «Крынічка», в которой мы общаемся со всеми ребятами из лагеря. Больше як 20 годзе на маляўнічым беразе возера под назвай «Добрая» лидеры молодежных объединений разбивают летний лагерь. Церемония его открытия примушает сердце биться частей. По чарзе велиш нагучать державные гимны трех славянских народов. Узнимаются стяги краин удельниц. Все лето международный лагерь собрал каля 300 активистов дитячих и молодежных клубов из регионов Беларуси, России и Украины. Сустреться с давними сябрами и споткать новых приехали подлетки Санкт-Петербурга, Курска, Московской и Житомирской областей. Главная наша задача — это укрепление и расширение дружбы. И когда ребята уезжают, вот мы стоим здесь на Бауре, отряды же не все сразу, допустим, украинцы немножко раньше уезжают, там с Москвы, просто дети плачут. Потому что за этих 9 дней они так, значит, сдружатся между собой, вот, что не хотят разъезжаться. И даже просят, как бы еще продлить дня на 2-3. Все это в рамках лагеря мира и сябровства пройдут фестивали творчества национальных культур, День мира и сябровства, спортивные святы, интеллектуальные конкурсы, миротворческие встречи и творческие майстерни. Удельники юбилейной 25-й змены напишут новую историю летопису «Крынічки». Подлетки будут креативить, споборничать, открывать нечто новое для себя и, конечно, марить про новую встречу. Та атмосфера, которая царит, она нас, взрослых, возвращает в детство. И нам, опять же, хочется окунуться в те времена, когда мы, жили больше не умом, а сердцем. И действительно, у нас не было границ для общения. То, что здесь происходит, я думаю, что событие не менее важное, чем на самом высшем политическом уровне, когда наша страна стала площадкой для миротворчества сегодняшний день, для большого политического миротворчества. То здесь площадка как раз-таки для тоже большого, но детского миротворчества. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачевского района. Сегодня на центральном рынке у Гомеля открылся двухдённый кермаш, присвященный 100-годовому юбилею Белкообсоюза и Дню кооперации. Свою продукцию представили амаль усе споживецкие товариства и организации, которые уваходят у структуру Гомельского облспоживсоюза. И хоть официальный старт кермаша был запланован на 9 годин, первые покупники начали приходить у 7 раницы. Працовать гандлевые кропки у связи с неверогодным интересом гомельчан начали значно ранее. У ассортименте городнина, садовина и ягоды, а так само мясо, полуфабрикаты, рыба, кондитерские выробы. Шмат продукции за купленной у фермерских господарок. Не секрет, что обычно покупатели отдают предпочтение такой продукции, закупленной именно в подворьях сельских, у фермерских хозяйств, крестьянских хозяйств, потому что там продукция, знаете, такая более свежая, осмол, а не шпарка идет, что касается свинины, допустим. Люди более с большим удовольствием покупают. И, конечно же, нам хотелось показать и гомельчанам, и гостям города, что умеют делать наши замечательные работники.
мастера, повара, мастера, кондитеры, потому что здесь представлена продукция в основном лучших специалистов в нашей системе. И она, ярмарка, носит такой чисто тематический характер, посвящена конкретной юбилейной дате. Кірмаш на центральном рынке протягнется и завтра. Покупников чекают с 9 до 16 годин. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvragomel.by. На гэтым наш выпуск завершаны. У студыі працавала Алена Траценка. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.